Пане Сергію, от якщо ми подивимося більше в практичну таку сферу, і ну ми ж розуміємо, що є дуже багато нюансів. І про які нюанси потрібно знати громадянину України, щоб купити на вторинному ринку нерухомість? Тобто саме основне, от з вашої точки зору, саме основне, да, якщо ми говоримо про те, що да. Ну вот очень хочется сэкономить на адвокате, риэлторе, нашел квартиру сам, но денег впритык и хочется сэкономить. Тогда нужно хотя бы самостоятельно соблюдать, соблюдать такие правила. Первое. Ни в коем случае не занижать стоимость объекта. Да, то есть в таком случае, если даже будет признание недействительной сделки, то вам идет реституция, то есть возврат на круги своя, каждая сторона возвращает. И вот, как правило, когда стоимость указана реальная в договоре, то не возникает соблазна признать такой договор недействительным. Потому что, ну, смысл, ты вернешь, плюс тебе человек выкатит еще счет на ремонт, на неотъемлемое улучшение. Ну, то есть дверь новую входную, ее невозможно забрать с собой. Человек покажет счет, скажет, прибавьте к этому вот еще, пожалуйста. И какой смысл судиться? Никакого. То есть большинство сделок, это вот два варианта. Либо люди занизили стоимость, либо, как вот в той ситуации, которую разбирали, люди купили коробку бетонную, да, за 3 года вложили туда, по сути, достроили дом. Мы знаем, как у нас дома на бумаге сдают в эксплуатации. Как бы сдали, а там лифта нет, а там придомовой территории нет. Люди за свои деньги создают ОЦМД, достраивают это все дело. То есть квартира из там условных 50 тысяч стоит 100. Да, каких-то единиц, неважно. И что мы получаем? На эти 50 тысяч и хотят получить доход в виде этих 50 тысяч вот такие недобросовестные продавцы. Они в погоне за этим и подают иски, признают недействительным, потому что вернуть нужно всего 50, а продать можно за 100 сегодня. Вот. А человек кто-то, как мы знаем, там тоже чеки не сохранил, у кого-то строители, друзья работали, помогали, то есть обосновать вот это улучшение неотъемлемое человеку сложно. То есть правило номер один, мы занижаем, в принципе, не занижаем, собираем чеки. Это правило номер один. Правило номер два. По возможности избегаем доверенности, по возможности ведем напрямую общение с собственником. То есть, если вам говорят, собственник будет через месяц, квартира может уйти, ну, лучше себя пересилить, найти другую, да, подождать, пока через месяц приедет собственник. Потому что может он вообще не приедет, и может он вообще не знает, что он хочет продать свою квартиру. Вот, то есть не связываться с доверенностями, ну, тобто, навіть є довірності там нотаріальна, якась за пустилем, це не має значення. Неважно, вот в даному случаю ми говоримо, да, там чешська історія це, так українська могла така ж бути історія. Тобто к нотаріусу прийшов чоловік, елементарно там підписав лівою рукою, і завтра хтось сказав, це не його підпис, розумієте? Ну, то есть... у нас теж є різний опит у клієнтів, коли йдуть бракорозводні процеси, коли йде розділ имущества, коли є якісь несогласие сторон, когда стороны пускаются во все тяжкие, делают разные непонятные поступки, которые потом в суде рассматриваются. Это сплошь и рядом, каждый видит свою выгоду. Я хочу добавить к словам Сергея доверенностям, ну, по максимуму. Ну, это может быть доверенность, если вы, например, собственник завтра улетает куда-то на неделю, и вы сегодня его видите, с ним разговариваете, вместе пошли к нотариусу, сделали эту доверенность. Ну, хорошо, не вопрос. Если, ну, и жена продает, но если эта доверенность непонятно откуда, непонятно какая, не внесена в реестр, и мы не можем увидеть человека, не можем увидеть его документы, не можем увидеть паспорт, однозначно нет. Что еще, когда вы покупаете недвижимость, обязательно надо, чтобы, вот я настаиваю на этом, обязательно должны быть справки из всех организаций, обслуживающих, об отсутствии долгов. Я понимаю, что долг нельзя привязать к объекту. Долг привязывается к физическому лицу, потому что физическое лицо, как человек, заключает с обслуживающей компанией договор и несет ответственность. Но управляющая компания начинает манипулировать из-за того, что тотально юридическая неграмотность населения, ну, на максимально высоком уровне, тотально просто. Люди, ну, я не знаю, как можно не интересоваться базовыми вещами. Поэтому, когда вы покупаете квартиру, если вы это делаете сами, не соглашайтесь ни на какие компромиссы. Кабинеты, квитанции, только справка об отсутствии долгов. Почему? Потому что предприятия, обслуживающие теплоэнерго, водоканалы,
газ, Киевгаз и все остальные, эти службы раньше были государственными, сейчас они почти все частные. У них есть базы старые, государственные, базы новые. И когда ты берешь справочку об отсутствии долгов, оператор, который выдает эту справку, он поднимает все эти базы, и все долги, даже самые старые, все равно появляются. Если вы просто по квитанции или по кабинету, какой-то долг где-то может заваляться, и потом вам будут его навязывать, и будут вам будут угрожать, звонить какие-то коллекторы. Но это сплошь и рядом, просто потому что вы не знаете своих прав, и вы не знаете, как с ними разговаривать. Mm-hmm. И люди просто этим пользуются и маніпулюють. Ну, тобто, треба вимагати від продавця конкретно по наявність всіх довідок, да, по каждому, тобто, по каждому запиту, сервісу. Електроенергія, там, комунальні, все, электроэнергия, там, тепло, газ, горячая вода, водоотвод, холодная вода, вывезение мусора сейчас, вывезение мусора, потом придомовая территория, какие-то там могут быть домофоны, интернет. Вот все услуги, которые вы покупаете, mm-hmm. объект, он весь нафарширован какими-то сервисами. Ну, тобто, по кожному питанню потрібно да, бути должны довідка быть справки об отсутствии долгов, mm-hmm. да. Это обязательно, если вы покупаете квартиру, чтобы там не было арендаторов. Потому что арендатор – это человек, который имеет первоочередное право по закону на приобретение этой недвижимости. Если вы занижаете цену в договоре, или, например, если вы занижаете цену в договоре, то арендатор может почитать или где-то узнать эту информацию и предъявить вам претензию. Поэтому, если там есть арендаторы, накануне должен собственник расторгнуть договор, выселить mm-hmm. арендаторов, вы должны осмотреть квартиру и только потом ее покупать. Угу. Ну, посмотреть можно заранее, но я имею в виду перед сделкой, чтобы она уже была пустая. Следующий Дякую. Важный момент. Снятие с регистрации всех зарегистрированных по этому адресу. Особенно несовершеннолетние дети и люди после 65 лет. Эти категории граждан, они попадают под закон про неповнолетних и беспритульных, и там, не помню, как он называется точно, неважно. Если вы покупаете квартиру, и там остаются зарегистрированные дети или люди преклонного возраста, вам потом будет сложно их снимать с регистрации. И вам надо будет заплатить очень большой гонорар адвокатам, чтобы они через суд это сделали. Обоснование, объяснение. И просто, как многие обыватели думают, я приду, покажу свой договор купли-продажи, и его выпишут. Не выпишут, потому что сейчас поменялась система. Сейчас система ЦНАПов. В ЦНАПе сидит оператор, который не понимает, что такое снятие с регистрации. Они просто берут документы и отправляют их в миграционную службу. Mm-hmm. Миграционная служба... вот эти вот департаменты, которые занимаются регистрацией uh-huh. граждан, они делают процедуру. Если там нет какой-то бумажки, вам вернули документы. Не, ну, и оператор, который принял, ЦНАП выдал. Опять собирайте, идите подавайте. И так люди ходят бесконечно. И они не понимают, почему так. Ну, uh-huh. так у нас сейчас административная реформа. Я вас слухаю, я розумію, якщо просто купувати якусь квартиру без вот такой юридичної підготовки, адвокатів, для юристів, этого и нужен, це самогубство. Для этого и нужен, ну, это так и есть. Для этого и нужен риэлтор. Потому что все вот эти вот точки риска, мы это все закрываем. Наш клиент приходит к нам в компанию, мы с ним составляем договор. Если это нормальный риэлтор, в якого є хоча б юридичного освіта, чи юристи у штаті? Если это нормальный риэлтор, если это приличная компания, в которой есть юрист в штате. Клиент заключает договор, мы подбираем варианты. Даже процесс подбора вариантов достаточно сложный, потому что очень много в интернет-пространстве фейков. Пока ты все это обзвонишь, пока ты узнаешь, пока ты добьешься, mm-hmm. пока ты запросишь документы по подходящим вариантам, пока ты их изучишь, только после этого мы ведем клиента, показываем то, что реально есть. Это все большой объем работы, который... Работа риэлтора, клиент видит только верхушку айсберга, а вот эта вся рутина этого не видит. Так же, как работа адвоката. Да? Клиент видит адвоката в суде, когда есть подготовка дела, и в момент заключения договора. А что адвокат делает для того, чтобы выиграть это дело, клиент даже не может себе представить. Точно так же и здесь.